Всем привет! Сегодня вам хочу снять такое видео, как мы с сыном катаемся у нас в парке в городе с горки. Да. Смотрите, какая у нас тут красотища. О, как видите, поехали. Вот какая у нас горка прекрасная вообще. Мы ходим сюда, потому что нам очень близко, буквально 5 минут от дома. И вот такая красота у нас в 5 минутах от дома. Вот у нас, смотрите, музей здесь Тверской Победы. Вот такой красивый. Вот у нас какая красотища. А там вот река. Вот туда прийти, там у нас будет река Свирь. Вот какая красота у нас везде. Около дома у нас тоже лес. И здесь у нас такой сказочный лес сейчас. Красотища вообще. Да, сынок? Ага. Так, держи ватрушку, а то сейчас уедет. Ну давай еще раз тебя сниму, как ты едешь. Дай-ка я тебя толкну посильнее. Ну-ка давай. Опа! Вот, видите, как здорово. Тут детям вообще. У нас тут выходной день, очень много детей приходит с родителями. Сейчас как у нас, сейчас мы на неделе катаемся, так народу никого нет. А мы сидим дома, потому что немножко приболели. Но даже если мы болеем, мы всегда гуляем. Если у нас ничего такого критичного нет, мы всегда гуляем. Никогда дома не сидим, когда болеем. Так быстрее поправляемся. И аппетит у ребенка хороший, когда гуляет. Вот, так что вот. Вот смотрите, какая у нас красота. Тут такая аллея. Да, сынок, красиво? Очень? Да, красиво. Очень красиво. Вот. Светлана Лодисад тоже вам уже снимала парк. А мы сюда постоянно ходим, катаемся. Музее. Да, вот музей сейчас хочу показать. Мы сюда ходили несколько раз с ребенком. Там рассказывают про корабли. Про корабли рассказывают, да. Про хлеб рассказывают. Да, всякие тут у нас. Про войну. Про войну. Вот смотрите, какой у нас. Про одежду еще. Ага. Вот как красиво у нас в парке. Да, сын? Ага. Пойдем покажем речку Свирь. Да. Мама, спустимся? Спустимся, конечно. Вот какая хорошая погода, чудесная. Да, мне очень нравится. Нравится, да. Минус 12, но все равно хорошо. Тепло. Я считаю, что не холодно. Солнышко. Тебе не холодно? Ну, не холодно. Не холодно. Тем более еще мы двигаемся. Вообще хорошо. Вот мы идем к речке, которая называется Свирь. Сюда мы ходим летом купаться, загорать, проводить время. В этом году у нас такое было лето теплое. Обычно в Свири вода такая прохладная, а в этом году даже в Свири была теплая вода. Вообще с удовольствием сюда ходим. А зимой мы с братом ходили кататься сюда. Да, зимой ходят еще с братом вот кататься. Вот под ступеньками. Когда тут я далеко бежал, там на лед, и я не проваливался. Да, аккуратно. Так, вот, смотрите, как красиво. Вот так вот. Все-таки очень хорошо, когда есть такие места. Туда можно прийти. Вот какая красота. Матвей, аккуратно, не подходи к воде. Наверное, еще все-таки не замерзнет. Матвей, я не разрешаю туда ходить. Вот, мои дорогие, как у нас здесь красиво. И как мы ходим гулять с ребенком. Все, мы нагулялись, накатались. Сейчас собираться будем уже все домой. Да, Матвейка? Ага. Пойдем обедать. Пошли. Покажем, какие у нас тут аллеи красивые. До следующих серий. Да, до следующей. Завтра опять придем сюда кататься. Обещала сыночку, что завтра будем опять здесь кататься. Мы так-то постоянно сюда ходим.
И той зимой ходили. И той зимой ходили. Что-то в этом году мало народу. Мало народу, потому что неделя еще не кончилась. Люди все работают, учатся. Вот и мало народу. Вот как здесь у нас здорово. Вот там у нас выход из парка. И через 5 минут мы уже будем дома. Вот такой у нас вход в парк. Красивый. Вот так вот сделано. Вот так. Вот видите, какая у нас тут красота. Да, Матвейка? Ага. Вот туда пойдем сейчас, вот с той стороны наш дом. Вот мы пришли домой. Показываю вам свою кормушку уже украшенную. Вот так вот красивенькая такая получилась. Вот так вот мы сегодня нагулялись хорошо, да, Матвей? Да. Да, вот наша собачка тут бегает. Ага, все у нас ничего немножко закрыло. Матвей, все, не надо. Вот. Я даже немножко подзамерзла. Все-таки на улице холодно. Хоть и бегали, а все равно не жарко. Вот наша елочка украшенная, красивая такая получилась. Ну все, Матвей, говори до свидания. До свидания. Всем всего доброго, всем пока.